Вооруженное ограбление, погоня и стрельба. Прошлой ночью в Херсонской области местный житель ограбил сразу 3 магазина и попытался скрыться. Чем все закончилось, расскажут мои коллеги. Все произошло вечером. В этом магазине мужчина зашел, в руках держал коробку и гранату. С порога заявил, это ограбление, рассказывает продавец. Я пришел до кассы с выдернутой чекой. Открыв кассу, внизу деньги были сверху, все повытягивал. Отсюда нажала, непонятно, что пока приехала охрана, не за углом из машины не ехала. Перепуганная женщина даже не пыталась что-либо сделать. Грабитель уверял, что в коробке у него взрывчатка. Коробку открыли, но в коробке было 2 карташины. Так, угрожая боевой гранатой, мужчина очистил 3 магазина и попытался сбежать. На выезде из Херсона машину перехватила полиция. В салоне оказалось 3 мужчин. Один, выйдя из машины, достал боевую гранату. Дальше запрыгнул в патрульный автомобиль и нажал на газ. Через какое-то время полицейские остановили авто, перекрыв трассу фурой. Поліцейські навели на нього зброю та неодноразово вимагали йому вийти з автомобіля, показавши руки. Хоча злоумисник демонстративно витягнув одну руку з вікна, в якій була та ж граната. Автомобіль почав рух з метою об'їзду даного вантажного автомобіля, і поліцейські почали застосовувати зброю з метою пошкодження автомобіля. В конце концов, водитель не справился с управлением, и машина свалилась в кювет. Там злоумышленника окружили правоохранители. И снова, угрожая гранатой, он направился в сторону полицейских. Те открыли огонь. Мужчина упал, раздался взрыв. Правонарушитель погиб на месте. Личности 2 других пассажиров уже установили. Особа, водій цивільного транспортного засобу, який спочатку його перевозив, це таксист, який стверджує, що не знав про злочинні наміри зазначеної особи. Друга людина також є пасажиром. Ну, його роль буде встановлена під час досудового розслідування. Как выяснилось, грабителем оказался 52-летний житель Херсона. Имел несколько судимостей и, видимо, увлекался наркотиками. В машине полиция нашла использованный шприц и пистолет. Где он взял оружие и гранату, пока неизвестно. Елена Зорина, Екатерина Синицына, Игорь Казаков. Подробности телеканал Интер, Херсонская область.